словам в орлином словаре конца и края нет. Достоинств много,
сегодня читаем газеты, слушаем радио. И поэтому понимаем важность всей международной и всесоюзной борьбы за прекращение гонки вооружений в масштабах. Следующая песня, она будет называться «Мертвый ветер». Это своеобразный наш вклад, по крайней мере, как мы так пытались сделать, вот, в дело разрядки международной напряженности.
Она, текст этой песни написан известным русским поэтом Сашей Чёрным. Да, читали. Песня называется «Театр».
добро, и нету зла.
Наверное, вы уже уходите. А мы хотели продолжить. Зря уходите. Я бы хотел вот что еще у вас попросить, уважаемые гости. Отдельные ваши аплодисменты ударнику группы «Зеркало». Он 3 песни играл без педали. Владимир Пряткин. Если среди вас есть музыканты, они знают, что это такое. Владимир Пряткин. А вот теперь отдохните. И мы немного отдохнем, и вы отдохнете. А через 10-15 минут с новыми силами рок-группа «Лига» и рок-группа «Россияне». Ждем с вами встречи. Отдохните.